Всем-всем-всем добрый вечер. Девочки, дорогие мои, хочу с вами поделиться одним рецептиком. Возможно, вам понравится, и вы его забабахаете на Новый год. Та же самая селедка под шубой, но немножко я ее переделываю. Когда делаю на Новый год, как обычно, на тарелочке, а иногда делаю так. В общем, сегодня я хочу это сделать. Пусть семья покушает. Возможно, вам понравится, и вы тоже для себя этот рецептик возьмете на заметочку. Так, значит, смотрите, свеколка у меня варится, я ее уже помыла, кожурку я со свеколки не снимаю, потому что вся красная, это, вся ее накраска уйдет в воду. Я ее помыла и в кастрюльке варю с кожуркой прямо. Так, начистила я картошки и морковки. Начинаем. Так. Картошечку я вот так вот пополам. Ну, чтобы побыстрее немножечко сварилась. Сейчас я ее почистила, помыла. Муж сегодня мне наточил ножи. Ужас. Очень острые. Прямо вот боюсь резко сделать. Пальцы боюсь поранить. Так. Что, порежем? Так, бросим. Так. Картошечка и морковочка. Все помытое, девочки. Все чистенько. Все делаю на глаз. Так. Кому интересно, оставайтесь. Смотрите. Берите на заметочку. Кому не интересно, проходим мимо. Так, значит. Картошечка, моркошечка у нас готова. Заливаем водичкой. Так, заливаем водичкой. Но уже девочки начали мне писать на ютубе, что немножко надо ролики подлиннее. Я просто думаю, что, возможно, длинные не будут смотреть. Ну, в общем, снимаю длинную. С ним буду делать длинное, подлиннее видео. Так. Сейчас мы помоем крышечку. Я закрывала свеклу, потому что ту крышку я найти не могу. Не знаю, куда я ее дела. Так, значит, сейчас мы поставим вариться картошку, морковку. Свеколка у нас уже варится. Так, и пока у нас овощи варятся, мы с вами почистим лук и селедочку. У меня селедка есть. И целая есть в баночками кусочками порезанными. Сейчас я пока лук чищу, я буду думать, какую же мне все-таки сделать. Будем думать. Так, ну что? Берем досочку. Берем лучочек. Так, лучочек. Много его не надо. Зачем он нужен? Так, немножко просто сделать полукольцами. Приветствуется, если лук красный. Он просто будет смотреться красивее. Но у меня нету красного лука. Я сделаю простой репчатый белый лук. Но если я делаю в Новый год, конечно же, я делаю красный лучок. Чтобы это все было красиво. Так, будем нарезать полукольцами. Говорю, много луку не надо. Так, вот такие попки я убираю. Не люблю, когда они торчат там в салатах или где-то. Так.
берем. Какие еще? Новостей, девочки, особо никаких. Детки сегодня пошли в школу после дистанта. Сидели 2 недели. Сегодня пошли... со вчерашнего дня, прошу прощения, девочки, заработалось. Со вчерашнего дня детки пошли в школу. Все, пусть грызут гранит науки. Так. Ой, глаза ест. Надо смачивать ножичек. Так, вот такие полуколечки я сделала. Вот, потом я их так вот сделаю. И все. Вот такие полуколечечки. Так, все, пусть пока лежит. Так, ну что? Так, сейчас я подготовлю рыбку и к вам вернусь. Так, девочки мои, я побежала в магазин. Дело все в том, в общем, я хочу все-таки сделать из филе. Филе селедки. У нас продается, чистить я ничего не хочу. В баночках, первую баночку дети открыли, вторая баночка, они меленькие. Мне нужно кусочки немножко пошире. У нас в магазине продается филе сельди в масле. Вот я сейчас ее куплю готовую и нарежу. Побежала в магазин за селедочкой. В общем, сгоняла я в магазин. Все-таки я это филе купила. Купила я 5 штучек или 6, в общем, не знаю. В общем, купила. Пришла домой, ручки помыла. Достала я черный хлебушек. Почему? Потому что я себя знаю. Когда я режу рыбку, потому что кто уже меня смотрит, я рыбная душа. Рыбу, девочки, обожаю. Соленую, копченую. Всякую. Люблю. Так, сейчас будем резать рыбку. Ах. Ух ты, ах, сколько масла. Так, примерно будем резать, ну, по 2,5 сантиметра. Вот такие вот долечки. Видите, чем оно хорошо. Все, без косточек. Идеал. Делаем на тарелочку. Так, не знаю, вот решила я, вот захотела я сегодня. И думаю, я сделаю, хоть и вечер уже, но все равно охота. Да и наработку завтра возьму покушать. Так. Девочек угощу. Посмотрим, сколько получится. Что останется, из нас тоже такие едоки. Мы, бывает, не едим, а иногда бывает такой аппетит на нас найдет. Так. Получилось так, в принципе, немного их, но сколько есть, девочки? Хватит. Так. Так, ну что, рыбку я брать не буду, но у меня есть тут еще рыбка. Вот такая вот. В баночке покупали вчера. Лучок. Мужа увезла на работку. Рыбку обожаю. Всякую. Это покупали мы скумбрию в масле. Вот я с работы приехала. Ем потихоньку. Так. Овощи варятся. Так, чтобы долго не болтать и никого не задерживать. Сейчас овощи сварятся и начнем, девочки, готовить. Так, овощи у нас варятся, свеколка варится, картошечка с морковочкой варятся. Я все немножечко, девочки, подсолила. Так, все ждем, сейчас все сварится, я к вам снова вернусь. Так, девочки, я думаю, уже картошка не надо, чтобы сильно разваривалась, все, ее можно вытаскивать. Так, еще можно ее обжаривать, вот я вам сейчас буду ее резать и... В принципе, вместо того, чтобы ее варить, ее можно обжарить. Но я так пробовала. Для меня она и жирновата. А когда уже, например, вот остается же утром, же у нас же мы встаем первого салата фумотейшн, она как бы немножко как суховатая становится. Я такое не люблю. Я вот решила ее просто отваривать.
и все. Картошки, конечно, многовато сварила. Ну, я ее потом поджарю. Туда тушеночку, яичко скушаю. Так, а вот свекла у нас еще будет вариться. Ой, свекла, морковка. Свекла-то еще долго. Так, морковки еще минут 10. И можно будет тоже ее убирать. Так. Так, морковка пусть варится. Так, картошечку мы сейчас вынесем на улицу, чтобы она быстренько остыла. На веранду. Вкусно, подсолененько. Ням-ням. Девочки, я пошла. Сейчас вернусь. Так, ну что. Достала я вот такую вот тарелочку. Будем мы с вами, девочки, на нее выкладывать. Я ее обтерла, все, она чистенькая. Так, ну что? Так, а что у нас со свеклой? Ну, свеколка еще минут 15 тоже можно убирать. Так, все варится, парится, кашеварится. Так, ждем-с. Так, ну что, девочки, у нас все сварилось, и свеколка сварилась, морковка сварилась. Я еще забыла вам сказать. Свеколку нужно будет добавить чесночок. Его я тоже почистила, пока ждала, когда остудятся овощи. В общем, на средней терочке натираем эти овощи. Так, сейчас натрем. Быстро, быстро, быстро все. И будем готовить. Так, пока ждала, пока остынут овощи, опять поела я рыбы. Так, в общем, натираем морковку, свеклу и приступаем к готовке. Так, девчулечки мои, давайте, чтобы вас не задерживать, вот на средней терочке. Сейчас я быстренько все натеру и к вам возвращаюсь. Так, девочки, все нашинковала на терочке, на средней. Морковочку нашинковала, свеколку нашинковала. Так, первое. Добавляем майонез в потертые овощи. Ну, так не сильно много, чтобы тоже ничего у нас не плавало. То есть смотрите сами, кому сколько. Кто-то совсем любит немножечко. Так, девочки, окошко закрою, потому что варила пара. Окошко запотело, открывала. Так, то есть там уже, смотрите сами, овощи я посолила, чтобы тоже пресное не было, а то без соли оно будет невкусно. Сейчас мы это все перемешаем. Все, остались нам считанные тут минутки. Сейчас мы быстренько это все сделаем. Вот после дистанта уроков задали. Дети все еще делают уроки. Так, тщательно все перемешиваем, чтобы не было никакой пустоты без майонеза. Так, все хорошо. Так, угу. Дальше. В свеколку мы добавим чесночок. Добавим чесночок. Ну, дочка все еще делает уроки. Время у нас без 15:08. Так. Сейчас мы это все сделаем. Так, ну что? Чесночку мы добавили. Это мы сейчас сразу же унесем в мойку. Руки сполоснем. Так, ну что, сюда свеколку и в чесночок мы тоже добавляем майонезик. Добавляю этой же вилочкой. Что она у меня чистенько, только морковку ею. Так, все, погнали. Перемешиваем и начинаем собирать. Так, нам еще нужно будет, ну, посмотрим сейчас вот по майонезику. Наверное, много майонеза тоже не буду делать, потому что у меня муж не очень майонез кушает. Видите, вот уже многовато добавила, он немножечко, да еще свеколка. Ох, свеженько этого года.
Нынче свекла, конечно, уродилась очень хорошая, такая крупненькая свеколка. И она, главное, не крас, она бордовая. Так. Наша задача тщательно перемешать чеснок, который мы надавили. Почему? Потому что, если мы плохо перемешаем, кто-то у нас будет есть без чеснока, а кому-то попадется такая порция чесночка. Так. Я вот, девочки, еще знаете, что думаю? Надо, наверное, нам в мешочек еще майонезику сделать. Угу. Так, сейчас я мешок сделаю. И все, и начинаем готовить. Так, ну что, девоньки, начинаем мы собирать. Так, картошка. Не крупно, не мелко. Сейчас вам, девочки, покажу, как я буду ее резать. Попочки вот эти все убираем. Ну, примерно. Так вот, не сильно крупно, но и не мелко. Выкладываем на тарелочку. Так. Попочки мы отрезаем, чтобы было лучше поставить, и она нас не беспокоила, не крутилась, не вертелась. Так. Так вот. Картошку едим. Так. Смотрите сами, может, вы что-то себе переделаете. Я делаю так. Ну, это просто, знаете, девочки, как порционно подается. Здесь я ничего обрезать не буду. Ну, вот здесь вот с этой стороны только можно обрезать. Так. Так. Здесь, девочки, сделаем пополам. В общем, нарезаем произвольно вот эту вот картошечку. Смотрите сами по своим. Крупная картошка. Старайтесь выбирать. Вот видите, я тоже быстро все. Вот лучше бы кругляши. А у меня, видите, есть и продолговатые. Лучше, конечно, кругляши. Лишнее мы все сейчас уберем. Так. Так, ну что? Так. Я думаю, сюда, наверное, хватит. Нет, еще сейчас одну положим. Сейчас, девочки, еще одну положим. У меня здесь картошечка. Что, на стол некуда ложить? Я ее здесь на стол положила. Так. Вот так. Все. Все у нас получилось. Так, значит, это мы сделали. Дальше начинаем делать морковку. Возьму, пойду другую вилочку. Я уже такая вся растерянная к вечеру, уже такого нету. Так, делаем морковку. Так, вот ее укладываем аккуратненько. Сейчас, девочки, все вблизи покажу. Пальчиками помогаем, чтобы было все ровно и аккуратно. Это просто я вам предлагаю, что можно сделать вот вместо шубы, можно сделать, потому что кто как любит. Ну, можно и так. Это просто как порционная. Думаю, порционная всегда быстрее съедается, чем вот салаты в салатницах. Так, сейчас я сделаю, все подправлю, если где надо, добавлю, так. Все было красивенько, посмотрим, может, у нас все и уйдет, ничего на выброс не останется. Так, и еще. Нам нужен будет либо укропчик свежий, либо лучок. Но у нас в магазине нету. К Новому году, конечно, если вы надумаете такое готовить, конечно, к Новому году в магазинах есть все.
Вот так. Ну что? Так, меня хорошо, девочки, видно? Хорошо. Делаем. Сейчас мы с детками покушаем. Муж придет завтра, тоже покушает. Так. Девочки, делаю, а уже слюнки бегут. Я уже хочу попробовать. Как вспомнишь в Новый год, сколько опять готовить? Готовишь, готовишь. Ага, ничего не съедаем. Утром встаем, как и не едали ничего. Так. Я думаю, морковки достаточно. Больше, девочки, добавлять не будем. Так. Вот так получилось. Дальше. Будем с вами укладывать лучок. Можно сделать сеточку из майонеза, но я думаю, что она ни к чему, эта сеточка. Смотрите, вот если бы лук был бы красный, тогда, конечно, оно было бы красивее. Но, я вам уже сказала, лука у меня красного нету, потому что я как бы и не хотела, да и не думала даже, что я буду готовить это. Если бы, конечно, я бы думала, что я буду сегодня это готовить, я бы заехала в наш магнит. И все, что нужно, я бы купила. Так. Смотрите сами, кто не любит лучок, можно несколько штучек вообще без лука сделать. А кто любит с лучком, делаем с лучком. Делайте, пробуйте, экспериментируйте. Так. Плохо, конечно, что зелени нету. Я вот за рыбкой-то ходила, спросила. Говорю, может, есть? Нету, говорит, лучка. Чего, говорит, Юля, нету, того нету. Так, сегодня такая уставшая. Что-то я так на работе сегодня забегалась, господи. Крутишься, вертишься, как белка в колесе. Ну, ничего, наступят новогодние праздники. Все, девочки, отдохнем. Так, лучок мы сделали. Сейчас будем делать сеточку из майонеза. Немножко в мешочек я насыпала. Наложила майонезику. И будем делать. Так. Так. Сейчас посмотрим, что сделали. А дырку-то сделали очень толстую. Так, сейчас возьмем другие ножницы и с другой стороны. Я, конечно, не знаю, кто чем, я всегда мешком делаю. Даже не пытаюсь что-то где-то придумать, делаю мешком. Так. Так, сейчас, девоньки, покажу, что получилось. Так. Так. Видно, девоньки, вам не видно? Так, и дальше. Ложим мы сверху свеколку. Ложим ее очень аккуратно, чтобы все у нас покрывало. Свекла очень сочная, не знаю, даже, наверное. Но опять, девочки, отожмешь свеклу, она будет не такая сочная. Так что мы делали в прошлом году на Новый год. Нам понравилось.
Если вы хотите, после лука можно не добавлять майонез, потому что свекла же сочная, майонез, но я люблю так, чтобы вкусненько было. Но тоже смотрите, не переборщите. Я сделала буквально, вы сами видели, чуть-чуть, чтобы не побежало это все. Сын уже стоит, облизывается, потому что он знает, что сейчас будет вкусняшка. Вот свеколка именно вкусноту даст чесночок, который мы с вами добавили. Все очень вкусно. Хотите, можете тоненькими слоями сделать. Я люблю откусил, так откусил. Вот там есть-то тоненькими-то слоями. Вот. Так. Девочки, сегодня мне даже вам особо нечего рассказать. Сегодня какой-то у меня на работе был. Бегать немного было. Очень много что-то туда-сюда суетилось. Так. Подождите, сейчас я возьму салфеточку. Ой, так. Покажу, что получается. Так, значит. Вот мы добавили свеколку. Вот так это. Так, это вот так. Смотрите. Там майонезик. Говорю, майонезик можно не добавлять. И делаем с вами сверху по кусочку рыбки. Делаем по кусочечку рыбки. Так. Хотите, можете рыбку сделать потоньше. Я люблю, чтобы рыбы было много. Вот, ну, люблю я рыбу. Рыбку я люблю. Так. Сейчас мы с вами это все доделаем. Доделаем. Ну и по традиции. Хлебушка. Рыбки. Так. Получилось это вот так. И сверху делаем небольшую сеточку из майонеза. Не знаю, мы делаем, семье нравится. Вот я говорю, делали в прошлом году. Семье очень нравится. Порционно. Если вы хотите, картошку можно обжарить. Поварить и обжарить. Смотрите сами, и так можно. Так. Ага, пропустили. И сверху еще, девочки, добавляем лучок или... Девочки, кушать хочу. Сейчас буду есть. Добавляем либо лучок, либо майонезик. Так, вот это вот все, что у меня осталось. Так, давайте вам покажу, что получилось. Так, вот так это будет выглядеть сбоку. Девочки, смотрим. Вкуснятина. Будем пробовать. Дадим дочке. Пожалуйста. Дадим сыну. Ну, они что, вкус знают. Готовим каждый Новый год. Так, девочки, сейчас возьму поменьше кусочек. И буду вам все это показывать. Ну, обжарить, я говорю, либо будет сильно жирновато, хоть и ложишь
на полотенце, чтобы большое масло ушло. А утром оно просто суховато. Девочки, пробуем вкуснятину. Девчонки, вкусно. Вот я вам честно говорю. Вот смотрите, мы взяли 3 штучки. Я скушала, сыну дала и дочке. Была полная тарелка, сразу же сколько убавилось. Так я вам вот и про что говорю, чтобы вам не выкидывать все ваши салаты, на которые вы потратили день. Варили, жарили, парили, сделали порционные, вкусно. Хотите, можете саму картошечку как-то обмазать, там сыром или как. Я делаю вот так шубу. Девочки, вкуснятина неописуема. Я вам советую. Сейчас у меня осталась морковка, у меня осталась свекла. Выбрасывать мне, девочки, жалко. Извините, я уже за этой морковкой ходила, я эту свеклу поливала. Снежаночка, поставь моечку, пожалуйста. Сейчас я это все перемешаю. Добавлю сюда плавленый сырочек. И на хлебушек. Девочки, будет вкусно. Так. Добавим сейчас. Дайте мне плавленый сырок, пожалуйста. И дайте мне терочку. Снежана, сполосни терку. Или Никита, сполосните, пожалуйста. Я уж тут не отходя от кассы. Один дай. Много не надо. И мне, пожалуйста, дайте терку еще. Так. Вот, чтобы не выбрасывать. На хлебушек, даже может на работу. Завтра, наверное, я заберу это на работу. Мы с девчонками с утра попьем чайку. Так, все. Сырок у меня был самый простецкий. Девочки, вкусно. Делайте. Вкуснятина. Выбрасывать жалко продукты. Знаете, извините, встаем рано, работаем за копейки, как говорится. И чтобы вот так вот выбрасывать продукты, мне жалко. Я вам честно скажу, Никита, не надо вытирать. Мне жалко. Пробуйте. Делайте. Можете до Нового года сделать. Сначала просто попробуйте. Все, натираем вот так сырочек, чтобы оно немножко погуще было. Свекла очень спелая и очень много дала соку. Дочка еще хочет, да? Не хочешь? Я говорю, из нас едоки тоже такие. Так, сейчас я вам быстренько. Надеюсь, это видео я подлиннее сделала. У меня сын. Давай, бери. Смотрите, ручка тянется. Смотрите в тарелочку. Хоп. Взял. Все. Кушай давай на здоровье. Вот так порционно, я считаю, очень хорошо. И у нас еще, кстати, девочки, мы делаем порционно тарталетки. Тоже начинка разная. Яичко, крабовые палочки. В общем, что есть, то и дело. Так, сейчас посмотрим. Возможно, майонезу надо добавить. Посмотрим сейчас. Чесночка тут достаточно. Если кому мало, добавляйте чесночок. Что выбрасывать? Мне вот жалко. Сначала вроде как хотела, подумала, то думаю, а что буду выбрасывать? Я работаю, муж работает. Деньги зарабатываем. Что продуктами раскидываться? Сейчас жизнь такая, девочки, тяжелая пошла. Как говорится, каждая копейка на счету. Вот честное слово. Вот все думают, ой, богатый. Да где кто богатый живет? Сейчас все живем в кредитах. Всяко, кто как может, тот так и живет. Так, ну что? Вот такая масса у нас получилась. Никита, дай, пожалуйста, чистую пиалочку. Людечка, тарелочку, что там есть? Дай вон блюдечко, это тарелочку глубокую, которая поменьше. Конечно. Ставь сюда. Ставь. Все, девочки, сейчас буду закругляться. Так, Снежана, будь добра, унеси, пожалуйста. Так, вот у нас осталось. Ну что, девочки, мы будем выбрасывать? Мне жалко. Так, сейчас хлебушек, свеколку, здесь свекла, морковки немножко, чесночок и сыр.
Вкусно. Вкуснятина. Все, 4 кусочка нету, как уже и пол тарелки не бывало. Так, сейчас еще кусочек слопаю, девочки, и все, давайте до завтра. Завтра, может, вам что-нибудь поснимаю. Так, пробуем снова. Девочки, прошу прощения. Во-первых, я очень хотела есть, я не ела, чтобы вам тестировать. Во-вторых, я не пожалела морковки и свеклы. Конечно, чуть поменьше. Раз я много нахреначила, получилось много. Так, прошу прощения за такое свинство. Так, ничего страшного. У каждого все бывает. Все, девочки, пробуйте, делайте, творите. Я считаю, что это очень хороший вариант. Все, всем пока-пока, всех люблю.